Как мы лучше всего как бы? Надо правильно. 2 часа 45 минут или без 15:03. Да? Ну, давай 2 часа 45 минут. Да? Давай пиши так. 2, 2, потому что еще не совсем 3, 3. Да? Оно только подходит. Через 15 минут. Да? Еще чуть-чуть осталось. Значит, пиши 2. Пиши здесь 2. Не, куда? Где писать? 2. Полина, понятно. Здесь и так хорошо написала. Давай еще раз репетируем. Пиши 2, 2 точки, 45. 2. Красиво пиши 2. 2 точки, 45. Умница. Сейчас так же красиво напиши сюда. 2. 2 точки, 45. Только где у нас линия? Вот, ты должна на линии писать, да? Да. А, вот здесь можешь еще раз. Только вот так, блин, я тебе покажу. Вот, чтоб касалось, да? Да, вот эту линию. 2, 2 точки, 45, да? Да. Угу. Так, а здесь? Wie viel Uhr ist es? 7:46. Умничка. Sieben Uhr. А когда не 6, как мы должны сначала 6 умножить на 5, это будет? 30. Значит, пишем. Смотри, это еще не совсем 7, да? Видишь, ничего не показывает. Но уже приблизительно, да? Значит, пишем 6 Uhr. 30. Здесь сначала напиши, здесь потом перепишем. 6 Uhr, Doppelpunkt, 2 пункта. 30. Умница, пиши здесь. Красиво напиши. Большими. Больше. 6, да? Und 30 Minuten. Super, 6 Uhr und 30 Minuten. Mhm. Gut. Давай, здесь тоже напишу, да? Да. 6 Uhr. Смотри, правильно это? Habe ich richtig geschrieben? Да. Richtig? Да. Gut, hier. Wie viel Uhr ist es? Полина, давай сюда. Wie viel Uhr? 10. Нет, куда? Смотри внимательно, Полюш. Смотрим. 12 часов. Не 30, а? 12 часов, если на 12 показывает. Ровно, супер. Значит, ровно пишем 2 нуля. Да. Поняла? Пишем. Пиши 12. 12, 2 точки и 2 нуля. 2 нуля. Значит, 12 часов ровно. Шапье. 12 оригинал. 12 оригинал. 12, 2 пункта и 0-0. Нет, 0-0. Вот. Пишем здесь. Понятно. Смотри, у меня вот цифры. Смотри, пожалуйста, Маша пишет. У нее Маша крупно пишет, не пишет. Полина. Молодец, смотри, правильно Маша написала? Давай дальше. Полина, а вот эти часы сколько показывают?